Всем добрый вечер. Сегодня мы разберем с вами заклон, из чего состоят уровни в заклоне, за что их можно получить, чтобы всем было наглядно понятно. Вот, сейчас мы с вами посмотрим. Лиза, смотрим наглядно. Это сложный заход. Дальше спортсмен встает в бок. Дальше это перевод, левое плечо, нужно следить, чтобы не уходило вперед. Дальше сложная позиция кольца и 8 оборотов в кольце. Это четвертый уровень. Надеюсь, все это было понятно. Вы должны смотреть, когда мы делаем боковую позицию, когда вы делаете боковую позицию и берете дальше, переходите кольцо, нужно следить, чтобы ваше левое плечо не уходило вперед и, соответственно, попа не отклячивалась вот туда. То есть вы стоите четко в бок, как по стеночке. В бок складываемся. Дальше вы берете ножку, и отсюда вы должны ярко сделать перевод левого плеча назад, чтобы у вас, грубо говоря, была боковая позиция, и дальше она была горизонтальная позиция. Тогда вы получите четвертый уровень, соответственно, за сложный заход, за вот этот перевод, это две черты, второй уровень, за кольцо, сложная позиция, третий уровень, и восьмерка в кольце, это четвертый уровень. Все?